Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новая игра, называется Dickens Crypto Bot. Хочу сразу сказать, я новичок в таких играх, но пройти мимо было бы, конечно, глупостью. Значит, суть игры. Нужно объединять вот этих персонажей. Вот так вот их. Собирать вот эти яйца, кликать по ним и вот собирать их. Тут еще яйца видим, да? Так, их чик. И вот этих. Так вот их видим, да? И они нам приносят доход. Так вот, вот этих надо чик. Тут яйца. Собрать можно тапать как бы вот по ним. Вот так вот. Так, далее что у нас? Так, вот это вот у меня, видите, показано полное. Давайте кликнем по ней. Это колесо. Фортуна, спин. Кликаем. Пьем. Еще раз. Можно 12 раз так кликать. Вот что-то нам дадут. Кристаллики дали. Дальше. Видим, да, как? Это монетки. Так, понятно, да? Еще монетки. Ну, еще один раз. Все. Так, с этим разобрались. Вот у меня монет стало 1 миллион вот этих монет. Золото. Можно их вот и прикуплять, но здесь прикупать их за деньги. Это по желанию. Так, далее что? Возвращаюсь. Пиц. Так, это у нас что? Тоже золото, здесь монеты, это кристаллы, их тоже покупать за монеты. Так, далее здесь у нас что? Здесь у нас коллекция вот этих персонажей, всего персонажей 72, у меня их 6, видим, да? Скрываем. Так, вот здесь колесико. Здесь на настройки, здесь есть музыка, звуки всякие, вибрация. Это можно включить и выключить. Как мне обратно вернуть? Так. Туда. Обновить. Надо как-то вернуться. Сейчас я вернусь. Так, далее. Что у нас здесь? Вот их сюда. Это колесо я вам показала. Это здесь получить кристаллы тоже за монеты. Покупать их. Это по желанию. Я ничего здесь вкладывать не буду, потому что
посмотрим, что она даст, что она принесет. Так, далее, что вот здесь у нас таблица лидеров. Здесь у нас пригласить друзей. Реферальная ссылочка. Далее, что еще? Так, вот это. Персонажа я вам показала. Кошелек. Вот здесь по вкладочкам пройдемся. Коннектить кошелек. Далее. Здесь вот мешочек кристаллов. Также это все покупается по желанию. Ага, подарок. Здесь даются ежедневные бонусы, как бы, да, кристаллы. Первый день я уже получила, завтра еще получу. И вот так ежедневно заходите, как бы, получать бонусы. Далее, что существа. Значит. Окей, так, соедините существа. Окей. А это что? Недостаточно места. Окей. Время, так. Это что это? Так, что-то я сократила. Улучшение копилки. Сокращайся время появления яйца. Угу. Как-то так. Ух. Ух, что-то. Вот как-то так, ребятки. Рекомендую зайти и не проходить мимо. Яйцо собирать. Вот. Такая вот игра. Ну-ка. Бомжей. Яйцо. Ну, как-то так прикольно, да? Так вот это X2, что это? А это тоже покупать. Потому что предлагают. И вот тут яйца вот эти все. Вот. Как-то так. Ну, в принципе, и все. А что тут еще сказать, показать больше нечего. Я думаю, разобраться будет и несложно. На этом буду заканчивать. А вот это вот. А, это еще задания, ребятки. Основные задачи. Тут присоединиться на каналы и все такое дают вот, вот эти вот кристаллики. Но это потом уже буду выполнять вот эти вот задания. Пока вот так. Можно кликать по ним. Вот, вот этот вот баланс, что он пополняется. Так вот. Вот как-то так. Вот так. Ой. Так. Ну так. Кому интересно, заходите, играйте, пробуйте. Вот, смотрите, что-то у меня тут открыто новое существо, видим, да? Окей. Упс. Сюда. Так, вот здесь что-то у меня. Так. Существа куплено 4. Здесь куплено 0. Давайте купим. Опс. Все. Окей. А здесь что? Ну-ка вот здесь.
Достаточно места. Ладно. Вот еще что-то стоит. Супер доход. А, это все, это монету. Тоже все за деньги. Ну, вот как-то так. Упс. Упс. Ну, теперь уже все. Я так никогда видео не закончу. Немножко я его затянула. Это что это? Вообще не понять, что. Ладно. Ну, на этом все. Кому интересно, заходите. Играйте. Зарабатывайте. Кому не интересно, друзья, пройдите мимо их. Затягивает, конечно, она. Пока-пока.